Узнать и обезвредить. Жительница Линтора смогла распознать дистанционного мошенника. О подозрительных махинациях последнего сообщила в полицию. Пояснила, что ей на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Стал расспрашивать о кредитной истории и новых займах. Получил отрицательный ответ. Тогда собеседник начал говорить, что на женщину пытаются оформить кредит и надо совершить ряд операций для предотвращения мошеннических действий. Бдительная югорчанка знала, какими схемами могут пользоваться аферисты. Сразу заподозрила подвох и прекратила разговор с незнакомцем. Переданная гражданкой информация в дальнейшем может быть полезна правоохранителям для раскрытия совершенных ранее преступлений, сообщает полиция Югры.